163 школьника села Хлеборобное Быстроистокского района вынуждены учиться в оцаревших кабинетах из-за несвоевременно проведенного ремонта. Об этом краевым СМИ рассказали родители детей. К ремонту крыши и замене отопления в школе подрядчик поступил только в середине ноября, когда лег первый снег. Усугубил ситуацию дождь, который прошел 28 ноября, и из-за этого здание отсырело. Родители рассказали, что учебный процесс педагоги не прервали, а продолжили занятия в промерзших кабинетах и даже в спортзале. Ремонт, утверждают родители, не закончен, но подрядчика на объекте они давно не видели. Директор же школы говорит, что все работы завершены. Крыша-то у них есть над головой или нет? Крыша есть над головой. Угу. Но она отсырела. Ну, когда дождь был, в пятницу дождь лил. Ага. Да, потекло. Она до сих пор там капает или как? Нет, ну нет. Сейчас полностью здание школы приведено в соответствующий вид, и там ничего не меняется. В приемной администрации Быстроистокского района нам рассказали, что заместитель главы района сегодня выехал в Хлеборобное, чтобы выяснить проблему. Родители же пытаются понять, почему это происходит в разгар учебного года зимой. Мы следим за развитием ситуации.